торт такой с Сакотис, свадебный торт. Какая у нас сейчас? Надо же скрыть его грамотно. Грамотное вскрытие, естественно, было проведено. Анбоксинг это был произведен. Сладкая шурпа. Сладкая шурпа, да. Мне уже Сергей рассказал, что здесь много очень яиц делаются, и она накручивается. Чуть ли, а в деревенске, когда это до свадьбы раньше делалось, чуть ли не... Оля, а сейчас у нас там эпидемия этих отравленных яиц. Так это, конечно, они все сюда пошли. Сегодня все пойдем в эту бактерию. Инфекционку. Я тоже думаю, здесь только консерванты, что тут такая тут яйца. Тут яиц вообще нет, например, в природе здесь. Откуда здесь человеческие яйца? Ты жил? А? Ты жил? Ни разу в жизни. Это не ты. Все. Все, сообщаю подписчикам своего канала, что уже пошел возврат тортика. Чего? Пошел. Все, офисная женщина. Говорит, отстой. Вот, Глеб, иди ломай рукой. Ломай мне почему? Ломай, потому что тут не надо, это все остальное, это вот. О, отлично. Пробуй, возврат или не возврат? Я из возврата буду, если честно. Потому что я люблю грудь. Сухое, песочное, песочное печенье сухое. Все. Разъела. Ой, отстой. Я не вижу ничего супервкусного. Просто если добавить сюда немного сгущенки, воду не сердце. Ну что ты как, Александр? Я так предполагал. Простое, сухое, песочное печенье. Все. Просто прикольные формы. Я бы сказал, свежее, но без изюминки. Никакой изюминки вообще нету, это шакотис. А по белорусски это называют, как же это называют? По белорусски есть название этому. Оно смешное. Я помогу не так. Нет, какой видео? Ну, короче, я скажу так, что мы его уже все когда-то поели, этот шакотис. Только не знаю, что это за шакотис, и заели песочное печенье. Это раз. А второе, намного не потеряли. Ну, отломай кусок, руками ломай. Руками. Оля вернулась. Песочное печенье, простейшее песочное. Не, рукой сломай. Если это лучшее, что есть. Если это лучше, если это из угле, то это... Да, стоит чувствовать. Спасибо, надо чувствовать единицу. Это у нас есть твой свадьбы. Все, садись сюда, сейчас у нас венчание с тобой. Давай, сейчас будем отпевать. Ну что, да как? Там отпевать или... Как тебе? Отпевать. Обычное песочное печенье, ничего особенного. Я вот сфотку покажу жене, чтобы она не просила меня, чтобы мы его купили, и все. Почему не просила? Зачем она заставит? Слушай, ну давай, я просто делаю, что ты не будешь. Она скажет, Я не ел, да, я хочу попробовать. Маленький кубик такой. Там есть они гигантские, такие как елка. Может, я авторские на заказ делаю. Возьми еще, Алексей. А, еще есть плюс такой. Его много не хочется есть. Реально. Ты съел обычное печенье. Ну, обычно то, что ты хочешь. Ну, один человек. Поэтому то итальянский. Ну, чтобы много не хотел есть. Угощайтесь, гости дорогие. Основной на самогон налегаешь, а там уже по мелочам. А, блин, я вообще думала там с начинкой. Батон батоном, что ли? Ну что вы скажете, ребята, чипики? Ничего особенного вообще. Это конечно. Кушайте, кушайте, но он и не сладкий даже. Не, он надо кушать. Не, есть которые по виду, он таким пьем. Помидоры, огурцов, ноги, он напекать, это не только пирог. Вательные помидоры, огурцы. Печеночные более. Ну что, ничего особенного. Ребята тоже сказали. Сразу покажу еще раз. Называется Сакотис. Давай. Не, я какой-то пробовал, там будет прикольный. В этом ничего хорошего, да? Ну, это больше. Кормит. Ну, ломай. Коля сказал, это свадьба. А ты ловишь, да? Да, ну, не сюда так. Говорит, что политика. Это же, как правило, шахотик. Да, да, да.
он не Саша, это не Саша. Нет, это не Саша. Да, ушел. Он не так отходит. Там были надежды и гаражи, и всякие. А голова это не такой вкусный, какая-то. Да, всегда мне посмотрела, а мне не все. И ты дорогие. Песочное печенье. Это обычное песочное печенье. Песочное печенье. Песочное называется. Шакотис. Это литовская национальная головца из Веруга бежит. Это я брал. Андрюха, голова, два уха. Андрюха, голова, два уха. Коля. Коля, давай я тебе полью кипятком руку, мы посмотрим, что будет. Итак, это уже давно. Это эротические мечты. Да. Женщина вам называется. Ты как предложишь, Дашенька? Другого мужчину вести. Да еще, у меня сегодня на шакотицу много. До сих пор. Ты снимаешь все. Слышь. Коля, ты как всегда. Теперь ты попала. Уголовное дело тебе за бомбилизм. Коля, ты эту фразу давай обожжем тебе кипятком руку. Сделай никто. Я бы это сделал. А может, ты у Коли на YouTube-канале такие сидят, ты тоже обжечься. У него сейчас отдельный YouTube-канал, где всякие фишечки там выкладывают. Сейчас тебе начнут звонить, спросить, обожги мне руку, обожги ногу. У тебя, наверное, какой-то там этот вот обжег? Интересный канал. Наверное. Тебе поднимите этим вот претензиям. Сникерсы и обжигание. Коля! Бежал. Это только то, что ты знаешь. Это да. Так вы, нам это тоже. Это вершина айсберга там. Все, объявляю вас. Ну, подавай уже, подавай. Ты же как женщина, это бракосочетание. А теперь возьмите его, разломите. Свидетели, распишитесь на здесь. Сегодня вам все можно. Да, это не описуемо. Мне кажется, ты сегодня уколоты больше, чем обычно. Упороты, точнее. Ну, коротко. Так говорят твои сестры. Шакотис, это вот, только что. Женщины, со мной. Это чудо какое-то. Шакотис, только шакотис. Ну что ж, вот так и закончился этот шакотис.